Добрый день! Вас приветствует ирисовый сад семьи Пархоменко. Сегодня я познакомлю вас еще с двумя новинками сезона 2017 года. Это сорт Калгари Джонсона 2010 года селекции. Вот посмотрите, какой высокий цветонос. Очень крупный цветок, приятная гофрировка. Правильной формы, пропорциональной. Казалось бы, ничего особенного, но какая-то там бело-фиолетово-голубая двухцветка. Но действительно, в фолах этого сорта так неуловимо угадывается розовый оттенок. И красивые, большие, яркие бородки. И такой он, ну вот, пышный, большой, приятный, нежный, умиротворяющий. Этот сорт из всех новинок больше всего нарос. Вот смотрите, какой кустик дал три отличные ростовые деленки и плюс вот такой шикарный цветонос. Очень неприхотливый, я сделала такой вывод. Здоровая листва весь сезон. В отличие от соседей, вот посмотрите, тоже новинки, которые только пошли в цветоносы. Вот рядом тот сорт, который будет вторым видео. Вот смотрите, цветонос и, как иголочка, манюсенькая ростовая зеленочка. Это сорт, который считается один из самых навороченных на сегодня, Джаз Витчери 2011 года селекции. Очень хотела выписать этот сорт, несмотря на то, что он очень-очень дорогой. Но все-таки один из самых супер гофрированных на планете, шутка ли? Очень хотелось завести у себя в коллекции. Ну, по правде, надо было этот цветонос выщипнуть и не давать ему цвести. Вот я дождалась, пока сформировался хорошо бутончик, и потом только обрезала, поставила в вазочку. И вот смотрите, этот бутончик расцвел. И вот какой шикарный цветок. Как он будет расти, какие там деленки, какая устойчивость, ничего сказать не могу, вы сами видели. Там от кустика после усыхания цветоноса практически ничего не осталось. Но так мне захотелось его увидеть цветение в этом году. Ничего, дай бог нарастет. Но зато любовались долго, потому что цветок стоял в воде в вазочке продолжительное время. Потому что цветы очень жесткие, восковые. Порадовало, что не мрачный. На фотографии он мне показался мрачным, когда я выписывала. Вживую очень такие приятные цветовые решения. Видите, контрастненький какой. Ну а гофре, сами видите все. Будем размножать, будем следить и делиться впечатлениями.